И всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэкс, и сегодня будем дальше проходить игру Outlast Whistleblower. Давайте продолжим. Ну же, мы играем за парк. Видимо, тот, в котором я живу. Ладно, это не важно. Так, тихо, проходим. Что у нас тут? А, ноги. Мне очень страшно, дорогие зрители моего канала. Я... малолетний сыкун. Хотя нет, не малолетний. Малолетние ваши отцы. Сорь. О, батарейку заберем. Симулятор батарейки, мать вашу, выпал. Так, туда пройти нельзя. Не понял. Что у нас тут такое? Нихера себе. А можно как-нибудь пройти там? Ай, блядь! Ну нахуй, а? Иди нахуй! Ой, блядь, как же мне страшно. Ну нахуй, я вас ебал. Да, дорогие зрители моего канала. Так. Как вы видите, в данной игре происходит какая-то поебень. Люди жрут друг друга, видимо, Пасха. Ой, ну тебя нахуй, иди в жопу, блядь. Дебил, блядь, ну. Ты бы жрал, блядь, свою пищу ссаную. Куда тут, блядь, давай. Ой, блядь, сука. Мать ебал. Мать ебал! Мать ебал! Иди нахуй! Мать твою ебал! Сори. Чё тебе, блядь, надо от меня? Чё ты своей пилой бегаешь, блядь? Недоразвитый уёбок. Он настолько недоразвитый, что я его мать ебал. Вот вы и знаете его. Вот это. А ты меня не видишь, понял? Ты просто голый чебурек. Со своей пилой ходит. Смотрите. Вот это у тебя... Вот это жопа. Вот я такие, конечно, очень люблю, ребят. Он слепой какой-то, странно. Не увидел даже меня. Какой-то лох.
Он куда-то ушел, видимо, нахуй. Да, ребят. Я в хоррор играю очень круто. Просто СУ называется. Тут ключей нету от наручников. Ну, значит... Интересно, а тот будет писать, когда убьет меня Джиджи Изи? Пошел нахуй! Пошел нахуй, дебил! Давайте будем по кругу бегать. Он не такой умный. Иди ко мне нахуй, пошел, дебил. Я еще не такой глупый, как ты думаешь. А, иди, блядь, ты дебил. Ой, я застрял. Сори. Сори, подожди, но ты парк не догонишь, ты... Ой, блядь. Ой, блядь. Чё, ну охуеть теперь, чё? Ой, блядь, мазил какая-то. Он бегает. Вот ты, сука, бородатая, а? Скотина бородатая. Сейчас где тут наручники взять? Да, блядь, наручников нету. Ребят, это очень пиздец, как интересно. Где же наши ебливые наручники? А я не знаю, нахуй. Охуенно, там прохода нету. Тут нет прохода. Бля, я думал, там голова висит. Я охуел уже. Ну ладно, дорогие друзья, я когда это СУ... Очень сильно, я ничего не говорить не могу просто. Я, потому что СУ, действительно. Что-то я очкую. А где мои ключи найти? Даша, этот дебил куда-то исчез. Интересно, куда? Так, блядь, я не ебу, где наручники. Поэтому давайте я сейчас на паузу поставлю, потом вернусь. Итак, дорогие друзья, немного полазив, я нашел вот это отверстие. Хай. Чувак. Чего? Чего?
А, перевести, видимо, забыли. Какой секрет, чувак? Да. Какой-то больной дебил. Ребят, я его боюсь. Пошел нахуй. Дебил, он сзади, он сзади. Он сзади. А, нет, нет, нет. Пила не пройдет, ребят. Ну чё, сосал, быдлан? Ха-ха-ха. Лошара. Вот он лох, ребят. Ну такой лох, ой, вообще. Взял, проиграл, ну ладно. Так бывает иногда. Опять коридоры? Ладно, я уже не так боюсь. Игра не страшная на самом деле, хотя я ору много, ну ладно. Чё это было? Сука! Ах ты, гандон! Бородач ссаный! Давай, давай, давай! О, есть. Фуф, ну я так пересрался. Иди нахуй. Мы спрячемся. Ну я это боюсь, пипец. Ладно, насать на него. Пока насрать. Потом будет не насрать. Ну тут батарейка должна лежать. Возле радио всегда батарейка лежит. Здесь какой-нибудь проходик. Так, ну чё, тогда давайте выйдем. Перезарядим камеру. Как оружие. Слушайте, это какая-то церковь. Ну, давайте я подберу документы, на этом закончим. Так, что у нас тут? Вок и семья. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, короче, почитайте, мне это неинтересно, я сам потом почитаю, когда буду монтировать. Ну ладно, ребят, давайте тогда на этом закончим. С вами ЛП. Да, тут закрыто. Да, на этом я заканчиваю. Ну а с вами был я, Блэкс. И всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока-пока.